Ребятки, всем привет, с вами Александр, нас ожидает еще одна ядреная схватка. Я даже как бы не думал ее проходить, а потом как зашел, так и офигел. 29 тысяч жизней пахи Галлозавра. И это что-то из разряда невыполнимой задачи. То есть я практически уверен, что я ее не пройду с первого раза. А может и вообще не смогу пройти эту битву, потому что у нас нету как бы сильных... кого-то сильнее, чем хищники. То есть, а здесь нужны летуны. То есть, даже два метриофодона здесь как бы ничего не зарешают. Вот я даже не знаю, как бы, кем его тут пробивать. Сейчас попробуем. Посмотрите, как надирает задницу, в общем-то, самым метриофодоном и индораптором. Но он на два проатакует. Нет, подменился, ну ладно. На один, ну мы выжили. Это фантастик. Ну, один метриофодон двух амфибий, ну не пробьет, у него жизни очень мало. Так, у противника по нулям, то есть, ну все по плану так, как я хочу, но я сомневаюсь, что хватит баллов. 29 тысяч жизней пробить, ребята. Пробить 29 тысяч жизней. А противник меня, ну, у него если 3 балла, то он меня атакует полностью. Да, у него 3 балла, не-не-не, 3 балла мы выдерживаем. Атака на 1, это нам фартануло. Защищаться бессмысленно. Давайте хоть немножко его продемажим. Оу, у него целых 5. Так, ну, момент истины. Этого легко пробили. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, ну, все нормально. Затащили мы этот бой, ребята. Посмотрим, что нам приготовит следующий бой. Ну, я прямо удивлен, что так вот сложилось. Ух. Так, беззубый метриофодон принес нам победу. Ну, у него нету по серединке одного зубика, вот видите. Выбил кто-то. Вот там, как говорят, влюбчивый. Так. Ничего себе. 23 тысячи жизни. И 23 тысячи жизни. Чем прикажете это убивать? Так, ну, главное, что нас не ваншотят. Надеюсь, не ваншотят. Ну, практически. 9197. Не защищаемся. Давай, на 2. На один. Это, в принципе, неплохо. Это неплохо. А вот это уже хуже. Так. Этого я пробил. У него 3 балла. Раз, два, три. Он подменится на носу Тацератопса. И мне придется подменяться. Практически за один. Ну, пещенки ему не хватает, чтобы меня пробить. Он сменился, у него 3. И атакует на 1. Это очень плохо. Не знаю, попробуем выкрутиться. 5, 5, 5. Атака на все 5. О, ну это хорошо. Все 5. Значит, отлично. У него атака 4600, я запомнил.
То есть мы выдерживаем два, даже два по одному без проблем. Так, ну опять же, как бы все прошло по нотам. И, короче, я сделаю это дело. Так, 4793 у него даже. Конечно же, он пытается нас пробить. У него других шансов не остается. Так, но мы победили. Оу-оу-оу! Так, ну неплохо получилось. Ну, с помощью пахи-голозавра это было бы проще. То есть они как бы могут танковать, то есть хотя бы одного брать. Это было бы даже проще, на мой взгляд. Ого-го-го! Ну вы поняли, ребята. У нас продолжается доминация и унижение с помощью интерапторов. Так, посмотрим, сколько бьет Горгозавр Троодон. 500-й, 400-й левел. 8 косарей. Немало. И Эрлик там, да? Ну, опять же, я не защищаюсь. У меня получается 5 баллов у противника, всего лишь 2. Это нам на руку. И он атакует на 2. Ну, главное, чтобы он вот не атаковал там на неполную сумму своих баллов. А все остальное мы, короче, тащим. Горгозавра сейчас тоже нужно пробивать. И там дальше будет легко. Так, 3 балла. Атака на 1. Ну, нужно пробивать этого. Пробивать и не защищаться. У него будет 5. Он будет думать, что у меня 2. И проатакует, скорее всего, на 3, да? На 3 проатакует, у него останется 2. Но у меня будет 4 сверху. У него осталось 2 балла. А у нас тут, в общем-то, легко. 2 вот этих лишних и плюс 4 этого с головой хватит. Сколько баллов нам нужно, чтобы его пробить? 3. Мы даже 33 косаря. Блин, ну это просто жесть видео. В жизни у противников 23, 25 тысяч. Я вот 2 видео снимаю подряд. И они, короче, имбовые. Имбовые, ребята. Так что не спешите повышать уровень своих динозавров. Я уже много раз говорил. Если у вас есть возможность, хотите создать 40-го тиранозавра, например, или индоминуса, лучше имейте 2-30-х. 2-30-х. Так, ну и тут у нас аммонит. Вот такой вот был у нас, ребятки, бой. А на этом все. Всем пока.